Русская Германия. Русская Германия. История в следах. С 1862 по 1871 годы в саксонской столице периодами останавливался и жил Федор Михайлович Достоевский. Сначала один, потом с супругой. Писатель называл Дрезден «кладом в табакерке». Памятник Достоевскому, созданный русским скульптором Александром Рукавишниковым, стоящий между зданием саксонского Ландтага и Дрезденским конгресс-центром, был открыт в 2006 году. У многих, правда, он вызывает недовольство за неестественную позу писателя. В Дрездене родилась и была крещена в январе 1870-го в Русской православной церкви преподобного Симеона Дивногорца дочь писателя Любовь. Запись об этом сохранилась в церковном архиве. Храм построен в старорусском стиле в 1874 году для членов российского посольства в Саксонии. Издалека видны золотые кресты, венчающие ее голубые главы. Русская Германия. Русская Германия. История в следах. Программа «Русская Германия. История в следах» выходит при поддержке Фонда президентских грантов, общественной некоммерческой организации «Участие», Радио «Русский Берлин» и Российского дома науки и культуры.